Пошло? Всем привет! Олег Иванченко, Extreme Geek, здорово! Наконец-то я снимаю этот отзыв. Извини, пожалуйста, что я очень тянул с этим, но были внутренние обстоятельства. В общем, для всех тех, кто не понимает, что происходит, в марте 2016 года мы совершили успешное восхождение на Эльбрус 5642 метра. Я использовал компанию Extreme Geek, и нашим гидом был самый лучший человек Олег Иванченко. С нами были еще лондонец Роман Федорищак, также наш сибиряк Роман Искибаев и, конечно же, я, Захаркин Руслан. Куда без меня вообще? Собственно, я именно готовился здесь, в данном заведении, в Алекс Фитнес, последние полгода. Последние полтора месяца перед восхождением я тренировался в Elevation Training Mask с различной высотой сопротивления. Она имитирует режим высокогорья. В общем, спасибо тебе большое. Классное видео ты снял и наконец-то смонтировал. Спустя три месяца я его посмотрел. Было классно, на самом деле. Я бы хотел еще раз с тобой совершить восхождение на Эльбрус. Может быть, на Амадаблан. Может быть, мы поедем на Island Peak. Но хотелось бы все-таки взять высотный альпинизм и пик Ленина. Все-таки 7000 с чем-то метров. Я желаю тебе удачи, успеха. 32 года. Ты такой вообще красавец просто. Так что мы с тобой еще увидимся и увидимся с нашей командой. Спасибо большое. С вами был Захаркин Руслан. Привет из Москвы, Олегу Иванченко.